Сейчас к новостям коммунальной сферы. У каждой медали есть две стороны. Это применимо и к ситуации с обрубкой веток деревьев на территории города. Благое дело не довели до конца, а значит, стало еще хуже. Сетовали наши редакции «Кунгуряки». Они заметили, что на обочинах дорог появились кучи спиленных веток. В рубрике «Мелочи жизни» мы уже обращали на них внимание. Ровно как и неравнодушные кунгуряки, приславшие видео еще в конце прошлой недели. Наша съемочная группа сегодня застала подрядчика на месте работы, представитель которого заверил, за порубочными остатками, а именно так называются отныне ветки спиленных деревьев, они следят и готовы вывести их с городской территории. Сразу в течение 2-3 дней мы вывозим за собой мусор. Завтра у нас ломовоз приходит и вывозит за собой мусор. Однако, по факту, ветки лежат здесь четверга, а это без малого неделя. Кучи успели уже утонуть в снегу, отчего собрать их будет не так просто. Кроме того, от сильного ветра они легко могут вываливаться на проезжую часть или тротуар. Отметим, в нашем городе объявлен аукцион на спиливание аварийных деревьев. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, одно из условий работы подрядчика – вывоз порубочных остатков в течение 24 часов. Что помешало соблюсти это правило здесь, остается только догадываться. Надеемся, что к концу недели неприглядные кучи исчезнут с городской территории. В противном случае инспекционный отдел управления городского хозяйства может выписать штраф подрядной организации.